Итак, компания Skyworker — это компания, которая занимается карьерным консалтингом в сфере IT. Мы довольно молодая команда, всего 9 месяцев на рынке Украины. И занимаемся тем, что, по сути, продюсируем людей, которые хотят работать в IT-сфере. Или работают там, и хотят сменить проект, команду и так далее. И, по сути, мы выступаем такими себе представителями наших клиентов перед IT-компаниями. Мы работаем с основными четырьмя группами наших клиентов. Первое — это топ-менеджмент. Это уже такие очень состоявшиеся специалисты, которые точно знают, чего хотят, и хотят конфиденциально, не разглашая своих желаний по поводу смены работы, по сути, сменить ее. По сути, мы продюсируем этих людей, мониторим рынок, мониторим компании наших партнеров и индивидуально связываем наших клиентов с топ-менеджментом компании. Следующая категория — это специалисты уровня middle и senior. Это точно те люди, которые знают, с какими проектами они хотят работать, возможно, даже с какими точно там командами. И мы точно так же под них подбираем эти проекты и рекомендуем их компаниям. Также мы работаем и с джуниор-специалистами. Это скорее та категория, в которую мы больше всего инвестируем. У нас для них целый есть такой пакет по карьерному консалтингу, когда мы находим для них ментора, подтягиваем их тех-скиллы, софт-скиллы и точно так же ищем первую, вторую, третью работу в компаниях. Также работаем даже с специалистами, которые уже построили крутую карьеру, но не в IT-сфере, но понимают, что денег там они особо не заработают и хотят переквалифицироваться. Так, чтобы они не теряли в зарплате, и так, чтобы могли по своему функционалу найти крутую работу. Собственно, для того, чтобы мы все это организовали круто, и для того, чтобы все это было эффективно, мы общаемся с IT-компаниями. Сейчас у нас уже больше 500 партнеров компаний. Это мы делаем благодаря нетворкингу. На вечеринках вроде Silicon Drinkabout, может быть, кто-то слышал, каждую пятницу. Точно так же мы организовываем ивенты. Есть два основных типа ивентов. Discuss IT, когда мы разговариваем о какой-то очень контроверсионной теме, проблемной в IT-сфере, вроде релокации, или стоит ли открывать свою компанию в IT, или работать на кого-то другого. И точно так же мы проводим более узкоспециализированные ивенты Prof IT. Когда мы берем какую-то одну специальность, к примеру, DevOps или продажный, да, или там Front-End Developer, и точно рассказываем, как построить эту карьеру по этой специальности в IT, какие есть разновидности, как прийти к этому. Собственно, ближайший ивент, который мы будем организовывать, который состоится 3 октября в Data Art, будет посвящен такой специальности, как DevOps. Собственно, мы будем собирать специалистов, которые недавно перешли в эту сферу, которые давным-давно работают по этому направлению. И спикерами-экспертами будут выступать специалисты, которые уже пришли из очень разных направлений в DevOps и расскажут, как построить самую крутую карьеру в этой специальности, как зарабатывать круто, как зарабатывать много, почему в IT-компаниях сейчас эта специальность довольно востребована и тому подобное. Соответственно, 3 билета сегодня получат рандомно 3 участников хакатона после всех питчей. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, если хотите узнать детальнее о работе Skyworker, пожалуйста, можете ко мне подходить и добавлять меня в Facebook. Всем спасибо!